Всем добрый день. Давно с вами не встречались в прямом эфире. И сегодня, как я говорила, будем вязать вот такой мотивчик. Привет, Кристин. Такую снежинку для пледа. Я буду делать пледик для торопышек. У меня это 100% шерсть. Средней колкости. Есть вот такие. Нелли, привет. Есть вот такие мотивчики молочно-черные. Их я хочу их разбавить другим цветом. Вот попробовала уже из этой пряжи. Пряжа снежинка. И крючок 2,5. По кутошапочке, как я говорила, я отдельно сняла видео и его загружу на YouTube-канал. Когда это будет, думаю, в течение 2-3 дней где-то. Я зайду наконец-таки туда, все загружу, вам сообщу обязательно. А то мы так в эфирах эту шапочку будем до весны вязать. Вот. Ну, приступим. Думаю, быстренько один мотивчик сделаем, и я побегу делать дальше дела. К сожалению, извиняюсь, немножко еще кашель есть, но без эфира уже не могу. Вот у нас такая схемка, я ее скачала. Тут есть какая-то ссылка на ней, видимо, откуда она взята. Ну, взята она из китайско-японского источника, первоисточника. Поэтому, если нужно быть, но я думаю, вы можете потом скриншот сделать с экрана. Сейчас я повыше сделаю немножечко, чтобы вы могли без комментариев заскриншотить. Ну и видео, естественно, я сохраню, если не будет никаких форс-мажоров. Вот такая снежиночка будет у нас. Так, ну начнем. Жанар, здравствуйте. Скоро у нас, совсем скоро начнется наш марафон, поэтому умение вязать основные петли крючком, думаю, пригодится там тоже. Так, первое, что мы делаем, это 6 воздушных петель. Как делаем? Берем ниточку, я делаю вот так. Вот так. Несколько способов там есть. Вставляю крючок под ниточку и вот так прокручиваю, как вертолетиком. Придерживаю петлю, чтобы она не спала. И теперь вот эту нитку держу, хвостик вот он внизу болтается. Вот у нас еще петелька есть. Теперь протягиваю сквозь нее. Петлю подтягиваю. Вот она, первая воздушная петля. Вот она, видите, сквозная. Нам таких нужно 6. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот 6 воздушных петель. Соединяем их теперь в колечко. Так, со светом немножко туго. Сейчас посмотрим, видно вам будет, как камера размоет, нет. И вот здесь есть 2 петельки первой воздушной петли. Мы сквозь их 2 вставляем крючок. То есть внизу вот 1, а сверху 2. Вот они, 2. Видите, их я раздвигаю. Вставляем крючок. Берем нашу длинную нитку
и протягиваем сквозь нее и сквозь вот эту вторую, то есть которая была последняя, шестая. Вот это будет соединительный столбик. Вот у нас такое маленькое колечко получилось. Теперь в это колечко мы сначала делаем 3 воздушные петли подъема. Аналогично. Раз, два, три. И теперь внутрь этого кольца делаем еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16 столбиков с одним накидом. Это колечко. Игорь, здравствуйте. Мужчина у нас есть. Так, вот в это колечко ищем на серединку его. Вставляем крючок. Забыла объяснить, что я сделала сейчас. Делаем накид. Вставляем крючок в серединку кольца всего. И вытягиваем. RD 2013. Здравствуйте. Тут я подцепила лишнее. Цепляется. Секунду. Вот. И вытянула нитку. На крючке 3 петли. Протягиваю нитку сквозь 2 первые. Остается 2 петли. Протягиваю нитку сквозь 2 первые. Вот он получился столбик с одним накидом. Ой, забыла, сколько надо там. 16. Один связали, еще 15. Также в серединку делаем. Раз. Один столбик. Накидом. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Немножко можем подтянуть, так как уже вплотную. Четырнадцатый. Еще чуть-чуть не хватает мне. И пятнадцатый. Ну и первый был 16, поэтому его уже не учитываем. Теперь делаем соединительный столбик. Вот здесь он, точечка жирная, отмечен. То есть вот мы делали, вот он, раз, два, три воздушные петли. Теперь мы, когда вот этот довязали сюда, нам нужно соединить вот здесь жирная точечка. Находим эти 3 воздушные петли. Раз, два, три. Вот в эту третью подхватываем переднюю полупетлю и заднюю, то есть, как я показывала, там вот две. Секунду, вот они две разъезжаются здесь. Ставила крючок, вытянула нитку и не провязываю вот так, а еще протягиваю через последнюю петлю. Вот у нас первый ряд получился. Расправляем его. Первый ряд снежинки этой.
Дальше переходим на второй ряд. Перемещаемся на один столбик сюда, то есть вставляем крючок, вот две полупетли, и протягиваем сквозь петлю, то есть переместились влево на один столбик, и делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. А нет, мы второй же ряд делаем, я уж на третий. 3. Теперь здесь верхняя арочка, 2 воздушные петли, то есть 4, 5. Теперь накид и провязываем столбик в основание вот этих 3 воздушных петель. Вот сюда. С темной пряжи, по-моему, плоховато видно. Но сейчас мы свяжем снежинку таким цветом. А позже, опять же, к той, наверное, неделе, может, завтра сниму с такую же снежинку, вот светлой пряжи. Думаю, лучше будет видно. И сниму ее в лучшем месте освещения. И дальше повторяем. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Столбик с одним накидом, в основание. Между ними по одной пропускаем. То есть делаем накид. А внизу одну пропускаем. В следующую вставляем крючок. Вытягиваем нить, провязываем 2. Остается 2. Провязываем 2. Столбик с накидом. 1, 2, 2 воздушные петли, накид. И вот вставляем в предыдущую же основание. 1, 2. Вот получается так. Такие уголочки. Продолжаем. Пропускаем внизу по одной. Следующую провязываем 2 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушные петли, и между этими треугольничками, так скажем, внизу пропускаем по одной петельке. И так у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких уголков. У нас уже 1, 2, 3, то есть еще 5. Это четвертый. Привет. Мы вяжем вот такой вот мотивчик снежинкой. Так, это пятый. Седьмой и последний, 8. Разъехалась. Так, здесь опять также делаем соединительный столбик, то есть ищем 1, 2, 3. Вот она, эта вершинка, подцепляем. Вытягиваем ниточку и здесь ее вытягиваем. Затем дальше переходим на воздушную петельку. Ну, я под ней уже вот так
втягиваю и в эту же петлю. Вот у нас уже вот два ряда. Так, ну-ка, секунду, сейчас попробую здесь включить свет. Может быть, будет лучше видно. Хотя справа не айс. Ну-ка. Без света. Со светом, думаю, сильно не изменяется. Продолжаем. Сейчас у нас третий ряд. Делаем. Раз, два, три воздушные петли, столбик с накидом. Теперь в серединку этих уголков мы будем провязывать другие разветвления вот этим. То есть еще раз, вот три воздушные петли мы сделали, накид, вставляем вот сюда в серединку этого уголка, вытягиваем нитку 3, 2 провязываем, 2 остается, еще 2 провязываем, вот 2 столбика получится. 3 воздушные петли между ними. Раз, два, три. И еще раз. 2 столбика вот сюда же, куда я и провязывала предыдущие 2. Раз, два. Вот такая вот арочка получается. 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. То же самое. И повторяем так в каждый треугольничек, вот который у нас был. То есть не вот сразу вот в отверстие, не в каждое отверстие, а именно вот в уголочек по схеме. Каждый уголочек. Третий ряд у нас. Получается, одно я сделала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще 7. То есть восьмиугольная снежинка получается. Так, раз, два, три, раз, два, следом опять, раз, два, три, раз, два, следующий уголок опять. Один столбик с накидом, второй столбик с накидом, раз, два, три воздушные петли, один столбик с накидом, второй столбик с накидом. Здесь закончили, переходим к следующему разветвлению. Опять один столбик, второй, раз, два, три воздушные петли, один столбик. Второй, опять один столбик, второй, два, три, один столбик, второй, следующее разветвление, один столбик, второй столбик, с два, три воздушные петли. Один столбик, второй столбик. Вот у нас уже, видите, как получается. Вот, чуть-чуть осталось еще. Я дальше вяжу быстро, потому что идет повтор того, что я уже объяснила в начале. Поэтому думаю, на каждый столбик время терять не будем. Раз уж у нас большинство решило посмотреть это в записи, тем более. Раз, два, три. Один и второй. То есть тут все просто, все на столбиках с одним накидом основано, на воздушных петлях и соединительных столбиках. Далее.
Снова находим 3 воздушные петли, которые мы делали для подъема на следующий ряд. Вот мы третий ряд вязали. То есть вот эту черную точку сейчас мы будем делать. Это соединительный столбик. Находим 1, 2, 3. Вставляем крючок в эту петлю. Вытягиваем пряжу и протягиваем ее сквозь петлю на крючке. Вот ряд мы завершили. Дальше еще одна черная точечка у нас. Еще один соединительный столбик. Опять вставляю крючок в петлю, вытягиваю нить сквозь лужу и сквозь петлю на крючке. Перешла левее немного на 2. И теперь делаем 3 воздушные петли из арочки. То есть вот теперь в эту треугольную арочку вставляю крючок и провязываю. Первая, вторая, третья воздушная петля. 2 столбика с накидом. То есть здесь уже то же самое аналогично. Единственное, здесь было по 2 мы делали, а здесь будет по 3. То есть то же самое. 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 воздушные петли между ними и опять 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вот он, этот уголочек. И аналогично вот в эти уголочки разветвления делаем 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Вот так по кругу получается. У нас там везде по 8. 2, 3. 1, 2, 3. Два, три, следующий раз, 2, 3, 3, раз, два, три. Раз, два, три. Напоминаю, что это просто прямой эфир по объяснению вязания данного мотива. Это не видеоурок, не мастер-класс в полном смысле этого слова. То есть, знайте это. Я вам говорю о том, что я сниму мастер-класс для этого мотива, видеоурок. То есть с лучшим освещением, с лишними, без лишних слов. То есть там, где повторы идут, я просто чик-чик-чик ускорю, срежу. То есть все основа основ медленно объясню, а повторы вы уже, думаю, сами освоите. То есть видеоурок будет намного понятнее, виднее. Привет! Мы вяжем вот такой мотивчик с снежинкой крючком для пледика. Я тут уже разогналась, потому что объяснила в начале, что нужно сделать, показала, что именно. Тут уже идут повторы 8 раз одно и то же. Класс, да, спасибо. Потом целенький посмотрим, когда соберем. Пледик такой будет снежно-новогодний. Вы умеете вязать?
долго вязать такое? Ну, я что-то не засекла, но, наверное, минут 10-15 точно я вяжу. Ну, вот я уже почти заканчиваю. То есть мотивы, в принципе, вот этот простенький мотив, его недолго вязать. Много мотивов можно навязать. Из подобных мотивов у меня есть жилет. Вернее, фото от этого жилета. Вот у меня остались такие мотивчики. Я хочу их в пледик собрать. То есть можно себе и кофточку связать, и сумочку связать. Ну, если пряжа другая, это шерсть. Думаю, шерстяная сумка как-то. Ну, может, из хлопка какого-нибудь. Можно и пледик. То есть один мотив универсальный, его можно хоть куда, можно хоть в прихватке его. Тем более такой новогодний. Только носки. Но носки тоже нужно уметь. Уже хорошо. Я вот все по чуть-чуть вяжу. И крючком, и спицами, и носки, и кардиганы. Бросает меня, мотыляет в разные стороны. Вот мы уже вяжем четвертый ряд. Осталось 5, 6, 7, 3 рядочка. Хотелось бы научиться, но время нужно. Доча не дает. Сколько дочь лет? У меня тоже сынуля. Ему 1 год и 3. Вот он сейчас спит. И у меня есть возможность повязать, выйти в эфир спокойно, чтобы никто не мешал. Ну, когда он родился, наверное, месяцев до 4 я не прикасалась к вязанию. Там не до того было. Так, вот мы четвертый ряд заканчиваем. Здесь у нас 3 соединительных столбика, опять в 3 воздушные петельки. Так же, как там было, 1, 2, 3 мы считаем. Вставляем крючок, протягиваем. Опять вставляем крючок, протягиваем сквозь петлю. И выходим снова в арочку, вот в эту вот здесь, вот она. Пальцы у меня даже вымещается. Протягиваем крючок и сквозь петлю. И делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Здесь опять же делаем аналогично. Только не 3, а 4 столбика. Между ними не 3 воздушные петли, а 2. То есть делаем накид. Вставляем крючок вот в эту арочку, вытягиваем, 3 петли получается, протягиваем нитку через 2, 2 петли остаются, протягиваем нитку через 2, 1 осталась петля. Вот он, один столбик с одним накидом. Еще 2 таких. 1. Два. Гульнара, привет. 2 воздушные петли. 1, 2. И 4 столбика с одним накидом сюда же. То есть в эту же самую, куда мы вязали. 2, 3, 4. Вот такой уголочек у нас получился. Привет, привет. И повторяем его еще 7 раз. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И это будет уже вся наша снежинка. Гульнара, мы вот такую снежиночку делаем, мотивчик. Три, 4.
2 воздушные петли и еще 4. Вот уже 2 таких уголочка. То есть здесь идет все вот в один уголок, как в раствор уголочков, в серединку, варочку, можно сказать. И 8-угольная снежиночка получается. Два, три, четыре, раз, два, раз, два, ой, два накида сделала, три, четыре, дальше, раз, два, три, четыре, две воздушные петли сделала и еще 4 столбика с одним накидом. Опять раз, два, три, 4. Два. Сюда же опять. Раз, два, три, 4. Еще раз. То есть тут уже мы где-то половинку сделали. Раз, два, раз, два, три, 4. Если ничего не сорвется, сохраню это видео, этот эфир. И еще дополнительно сниму видео урок по этому мотиву. По кота шапочки видео сняла, скину тоже где-то дня 2-3. Сейчас с марафоном начнем, все спокойно, чтобы было. И потом я уже начну свои дела делать. Чтобы не метаться, не разрываться. А также будет эфир. Сегодня у нас пятница, может быть завтра, может воскресенье, скорее всего завтра будет эфир по марафону. И выйду я с аккаунта марафона и буду объяснять, что, как, почему, почему. Можно будет задавать вопросы. Сегодня вечером я уже сделаю объявление, так как большая часть проголосовала за эфир на выходных. Юлия Мельникова, привет! Мы вяжем вот такой мотивчик крючком снежинка. Вот схемка. Мы уже вот здесь. Осталось еще этот рядочек вот еще закончить. И еще 2, и все. То есть вот я ряд закончила круговой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой, что-то я обсчиталась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
9. Куда у меня 9? Правильно же, раз, два, пять, шесть, семь, восемь. Почему у меня такая? Или я что-то сейчас соединю, уж не вижу из этого. Так, раз, два, три. Делаю соединительный. Так, и все, в принципе, я эту снежинку завершила. То есть дальше будет другой цвет. Вот у меня их теперь две. Вот такие снежиночки, видите? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Восьмиугольная. Так. Ну, вот у меня две уже их. Ну, возьмем одну для завершения. Возьмем пряжу другого цвета. Так, видим, что нам начать нужно из арочки, серединки. Поэтому мы присоединим к столбику, а потом перейдем просто с отдельным столбиком сюда. Думаю, да. Можно начать вот с этой арочки. То есть прикрепить нитку сюда, сделать соединительный столбик и сделать воздушные петли и пойти отсюда. По-моему, я так и вязала отсюда. То есть можно здесь делать серединки начать и вязать. Можно вязать вот с уголка, начать и вязать. Ну, по-моему, удобнее с уголка лично мне. Так вот раскладываем снежинку, уголки сюда, уголки сюда, и вот уголки. Вот этот уголок берем, можем вот так сделать, чтобы не смущать много людей хвостиками. Вставляем крючок. Берем нитку другого цвета, пряжу, вытягиваем петельку и протягиваем пряжу. Вот мы прикрепили ее, то есть не воздушная, ничего не считается, это прикрепили. Далее делаем 3 воздушные петли. Сюда, наверное, спущу, чтобы лучше было видно. Вот 3 воздушные петли. Раз, два, три. Ну, то есть обычные 3. Дальше столбик с одним накидом. Это все в арочку делается. Вот так, столбик с одним накидом. Так, далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, неправильно считаю, много сразу. Еще внутрь в арочку еще 2 столбика с одним накидом. Вот это можем подхватить. Раз, Олеся, здравствуйте. 2. Мы вон снежинку вот такую вяжем. Ольга, привет! Так, это вот здесь мы связали. Дальше в нижние столбики с одним накидом провязываем в каждый по одному. Вот
То есть там получается три их. Зачем мотивчик такой? Пледик связать. Два. Три. Хочу связать пледик. Это пледик будет для торопыжек. Вот у меня остались вот такие мотивы молочно-черные. Ну, чтобы уж совсем не были такие черные, я их разбавляю той пряжей, которая есть. Вот такая она. То, что нужно, называется. Ну, может, цвет не совсем, но все равно поярче. Так, дальше делаем еще один столбик с накидом между вот этими створками, арочками снежинки. Один столбик с накидом вот между ними. Тут я еще прихватываю вот эти хвостики, то есть я их подвязываю, здесь они не остаются. Они где-то там внутри. Так, дальше делаем столбик с одним накидом и полустолбик. Уже вот опять в эти створки. Столбик с одним накидом. Хвостики тут вылазят. Полустолбик как делается. Также делаем накид, вставляем крючок в нижний столбик, вытягиваем нить. Думаю, торопышки не заметят расхождения в цвете. Ну, конечно, хочется, чтобы сочетания были отличные. Но не всегда так получается. Здесь в первую очередь польза. Так, полустолбик. Когда мы вяжем столбик с одним накидом, мы провязываем сначала вот из этих трех сначала две провязываем вместе, потом остаются еще две и еще две их провязываем. То есть раз, два, в два прихода, в два прихлопа, три притопа. То полустолбик провязывается все три петли сразу. Так, раз, провязали. Дальше у нас один столбик без накида, то есть сразу вставляем в нижнюю петлю. Получается две на крючке и их вместе провязываем. Далее у нас соединительные, то есть просто вставляем в арочку вот в эту крючок. Протягиваем нить сквозь петлю на крючке. И дальше в обратном порядке опять. Столбик. Вот хвостик этот теперь. Столбик без накида. Полустолбик. И столбик с одним накидом. Что-то у меня тут подцепилось много всего. И столбик с одним накидом. Дальше столбик с одним накидом между. Видите, уже как-то выпрямляется, то есть она не круглая, а квадратная становится. Эфир сохранишь? Ну да, я постараюсь сохранить, естественно. Ну, всякие бывают технические неприятности. Так, дальше. Дальше вот как здесь мы делали. Опять раз, два, три. Смотрите еще как делали мы. Ой, я же совсем забыла. Тут же нам нужно сделать вот этот эффект. Как кристалла, что вот оно такое распушенное. А я немножко не так сделала в начале. Возвращаюсь.
То есть сейчас мы будем делать все то же самое, просто крючок вставлять в другую петельку. Возвращаюсь. Когда болтаешь, то это отвлекает очень сильно. Так, вернулась к трем воздушным петелькам. И провязываю один столбик без накида. То есть я провязывала вот в эти верхние. Нам нужно не в них провязывать, а между вот этими столбиками. Вот, между вот этими столбиками. Между ними. Тогда будет вот этот эффект вот эти распушенности снежинки. Видите, какая она? То есть не просто прямо провязанная, вот как будто черный внутрь заходит, или как будто наоборот белый поверх лежит. Эти уголки. Немножко заболталась. Ну, да. Так, ну ничего страшного. Раз, два, три воздушные петли. Еще два столбика внутрь арочки. Ну, то есть вот этой арочки уголка. Куда вот они уходят, вот эти углы снежинки. И дальше 3 столбика с одним накидом между, плохо видно, наверное, между столбиками, раз, между столбиками 2, между столбиками 3. То есть у нас здесь внизу 4 столбика без накида, а между ними провязываем 3 внутрь арочки по 2. Вот. Далее опять между двумя уголками внутрь вот сюда столбик с накидом провязываем, между столбиками нижними столбик с накидом. Сейчас полустолбик провязываем, а также между, то есть все 3 сразу. Потом без накида провязываем. Ирина, привет. Амина, тоже привет. И соединительный вот этот уголок. То есть вставляем крючок. Протягиваем нитку и сквозь петлю на крючке протягиваем. Привет, скат 5205. Как ваше имя? Интересный такой никнейм. Вот, получается уже снежинка не кругленькая такая, а уже угловатая, квадратик получается. Такой мотив. Вот такой мотивчик мы вяжем. Снежиночку для пледика. Дальше повторяем все в зеркальном отношении, то есть столбик без накида, полустолбик, то есть вот 3 получилось, мы их все 3 сразу вместе провязываем. Дальше столбик с одним накидом, потом вот сюда между ними. Еще один столбик с накидом. И аналогично между нижними 4 столбиками, между ними провязываем 3 столбика с одним накидом. То есть зеркально, я уже объясняла, как вначале. То есть здесь зеркально. Опять мы дошли до арочки. Повторяем, как здесь. Внутрь арочки по 2 столбика. С одним накидом. Вот, 2 сделала. Между ними 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Еще сюда же. То есть опять в это же отверстие. 2 столбика с одним накидом. И опять повторяем отсюда. То есть здесь то же самое, что на этой стороне. Вот он, первый угол у нас пошел. Дальше.
Здесь я уже медленно показывать не буду. Вначале показала. Здесь уже просто дальше буду вязать 3 столбика с накидом. Между ними еще один столбик с накидом. Опять столбик с накидом. Полустолбик. Ой. Столбик без накида. Соединительный столбик. Опять в зеркальном без накида. Полустолбик с одним накидом. Я еще сниму отдельно видеоурок на этот мотив с другой пряжи и с другим освещением. Сейчас-то так, просто эфир попробуем, как говорится. Может, кто-то, кому-то хватит такого объяснения, такого просмотра. Здесь главное не сбиться, а то можно углы понаделать. Непонятный 6-7-угольный. То есть квадрат должен получиться в итоге из круга. Почему он выпуклый? Ну, я вяжу, тяну такой. Если его отпарить, он нормально будет. Вот он ровно лежит. Я его вяжу, держу вот так пальцами. Вот он и выпуклый. Я еще туго вяжу, где-то, может, затянула, но если отпарить, все будет окей. То есть у меня там где-то в старом... В прошлом году я вязала такой жилет такими мотивами. Вот у меня остались они. И... Там есть фотография этого узора. Он не выпуклый, не впуклый. Он ровный, плоский. То там видно. Там вот отпаренный он. И видно, какой он идеально красивый. Мне прям нравится. Там вот 6 мотивов сшиты и сфотографированы. Вот там прям все нормально с этим мотивом. Было и будет. Вот мы уже заканчиваем. То есть вот уже появляется у нас некий квадратик. Ну и еще рядочек будет для обвязки. Так. Для уголков мы опять делаем по 2 столбика с накидом, между ними 3 воздушные петли. Вот уголки у нас уже получились все 4. Вот завершаем этот ряд предпоследний. И останется у нас еще один рядочек. Сейчас соединю. Так, 1, 2, 3 воздушные петли были в начале для подъема.
наряд. Вытягиваем сквозь них пряжу и сквозь петлю на крючке. Все, этот ряд закончили. И остался следующий ряд. Следующий ряд у нас обвязывается столбиками с одним накидом абсолютно везде, кроме ну, то есть вот мы сейчас начнем столбики с накидом, а вот здесь будет дырочка, арочка из 3 воздушных петель, опять столбики с накидом, то вот здесь вот, если мы сделаем столбики с накидом, они будут как выпуклые. Вот здесь точно будет выпуклость. Поэтому вот здесь мы провязываем, то есть начиная со столбиков, где был столбик, полустолбик, без накида, соединительный. Без накида, полустолбик, столбик. То есть вот это место мы провязываем столбиками без накида. И опять дальше столбики с накидом, арочка из 3 воздушных петель, столбики с накидом, вот здесь серединки без накида, то есть для выравнивания. Так, делаем 1, 2, 3 воздушные петли. Здесь уже мы не между столбиками вставляем крючок, а прям в нужные места, как говорится. То есть здесь мы уже вот этот эффект, то есть вот между этими мы сделали занос. Не знаю, как даже сказать его. Выпуклость некоторого узора. Так, столбик с одним накидом, то есть 3 воздушные петли, столбик с одним накидом в нижний столбик. Дальше делаем 1, 2, 3 воздушные петли. Ой, пропустила. Еще теперь в эту арочку делаем 2 столбика с одним накидом. Теперь 1, 2, 3 воздушные петли. Опять в эту же арочку 2 столбика с одним накидом. Так, дальше вяжем еще 5 столбиков. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5. Ой, секундочку, моя Ляля проснулась. Так, наверное, я завершу на всякий случай, чтобы без меня эфир не сохранился, вернее, сохранился. Но я сейчас еще раз перезайду. Так что пока сохраняем.